День всех влюбленных и Международный день дарения книг объединились в один вопрос. За какой литературной парой вам интереснее всего было наблюдать? А в целом это получился опрос о начитанности Одинцовской улицы. Давайте посмотрим. Наталья Ростова и Пьер Безухов. Думаю, молодежи обязательно нужно прочитать это произведение великое. Это в школьную программу входит, но раньше входило в мои года. Поэтому я всем рекомендую. У меня одна вот на памяти – это такая «Рабыня страсти». Ну вот как-то там все вроде и не по-нашему, и интересно, и развиваются события. Ну, больше всего, наверное, запомнилось из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Их любовная история интересна. Я видел про не то, что даже вдохновление, наверное, скорее всего, его просто любовь такую, ну, к самой Маргарите, да. Ну, он не видел препятствий. «Мастер и Маргарита» Булгаков. Самая-самая любимая. Мне нравится мистика. Мне нравится какая-то такая любовь, что-то тайное, неизведанное, какой-то шабаш ведьминский, что-то такое. Ну, гордость и предубеждение, вот, потому что такие яркие персонажи, можно поразмышлять о чем-то, вот. У тебя? Ну, я сначала подумала про Джейн Эйр. Угу. Любопытно, но многие не стали отвечать на наш вопрос. Есть литературные герои, за которыми интересно было наблюдать? Например, Анна Каренина или Скарлетт О'Хара. Но приводить их в пример 14 февраля никакого желания у людей нет. Все-таки в любовь тоже нужно верить. Тимур Гайсин, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».